Всем привет любителям кастома. В сегодняшнем ролике будет изменение Subaru Impreza. STI-ской версии. Какой будет фронт работы? Будет та же, будет сниматься полностью лакокрасочное покрытие. Заменяться кардусом, также прорабатываться мелкие детали, например, фары, передние противотуманки, задние фары, меняться выходная система. Ну что, приступим к изменениям. А пока вы будете смотреть видео, подписываемся на канал, ставим лайки и обязательно пишем комментарии.
сборки. Вот так у нас получились кресла. Немножечко прокрасил. Также сделал, нанес трубку для выхлопной системы. Сейчас мы потихонечку соберем, чтобы более наглядно видеть, как все это будет у нас выглядеть.
Вот у нас получился. Сейчас приступим к сборке, а пока собираем, не забываем подписаться, ставить лайк, ваши колокольчики. Всегда пишите комментарии, потому что всегда интересно почитать ваше мнение, у каждого свое. Ну, а результат сейчас увидите.